Петя, давай пока не находился. Вы самостоятельно. Федя, привет. Не вижу. Поговорим? Травма тебя, да, немножко? Расскажешь немножко по матчу? Да. Шайба попал, да, тебе? Да. Обычно. Сколько блоков сегодня сделал? Я так и скажу. Петь, смотри, ну думали, что мы так даже не знали, что ждать от Кореи, мы. Так, и такая серьезная борьба получилась. Ну, рано поверили в свою победу. Расслабились, начали ненужные ошибки отпускать. Тренерский как же так сказал, что команда как бы молодая у них, и они всегда так играют, будут играть, биться до последнего. То есть, как сказали, в хоккей уже все в мире научились играть. То есть, и сами себе, в общем, создали трудности в конце. Хорошо, что победили. По уровню хоккея, который Корея показывает, скажи, как специалист, это уровень КХЛ, ВХЛ. На что похожа команда по хоккею? Я не специалист, я не могу сказать. Трудно? Ну, как бы, знаком с ребятами, которые играют в азиатской лиге. Они говорят, в принципе, что это уровень высшей лиги, даже где-то посерьезнее. То, что все команды практически играют в таком ключе, постоянно активный хоккей. Ну, вратарник из КХЛ. Да, я с ним играл вместе. Да? Знаю его, да. Пообщались немножко? Да. Как тебе вообще антураж в Корее? Олимпиада здесь будет скоро. Чувствуется дыхание, хочется попасть? Ну, как бы, когда подъезжали, вот сколько объектов строится, видно, что еще работа ведется. Видно, что для страны это будет грандиозное событие. В принципе, все на должном уровне. Придраться ни к чему. Спасибо.